связали двух сотрудниц данного банка, похитили 179 миллионов рублей, более 230 тысяч долларов и 300 с лишним тысяч евро. Загрузили деньги в сумки, выкинули их в окно. Забегают заведующие кассы и говорят, нас говорят, ограбили. Я думала, что это, может, какие-то учения МВД, может, это разыгрывает. 30 миллионов 500 тысяч рублей. Был человек в банке, который это, естественно, ждали большую сумму. Деньги, честно говоря, играли не решающую роль. Банк не должен хранить такие огромные суммы хранилища. Все наши занимали эти деньги. Кроме этого, значит, у организатора данного преступления было изъято большое количество оружия, автоматы, пистолеты, гранаты. За 10 минут Владикавказский филиал Банка Москвы лишился 200 миллионов рублей. Без единого выстрела грабители проникли в хранилище и вынесли из него три огромные сумки с деньгами. Налетчики так спешили, что по дороге потеряли 1 миллион рублей. 3 дня и 3 ночи понадобилось местным полицейским, чтобы выйти на след злоумышленников. Украденные банковские пачки преступники даже не успели вскрыть. Их всех задержали. Как удалось раскрыть самое громкое и дерзкое ограбление банка? Кто входил в преступную группировку? Мы взялись за это дело. Это будет «Честный детектив». Вместе со мной расследование ведет журналист Маргарита Королева. В понедельник, 28 февраля 2011 года, во Владикавказском филиале Банка Москвы, как обычно, было много народу. Кассиры обслуживали местных жителей и юридических лиц. Рабочий день подходил к концу. Неожиданно в приемные руководителя отделения прибежали напуганные сотрудники банковского хранилища и сообщили, что в здание проникли вооруженные преступники. Ближе к 8 часам забегает вот заведующая кассы и говорят, нас, говорят, ограбили. Ну, это настолько неожиданно и все было странно для рабочего, ну, для банка. И как-то воспринималось, ну, в общем, очень неожиданно эта информация была. Мы выбежали, в кассу забежали, посмотрели, и потом кто-то вызвал милицию. Потом уже, после полуночи, мы сняли остатки кассы, вывели ущерб. А сумма похищенного была в рублях 179 миллионов 502 тысячи, 232 тысячи 329 долларов и 324 тысячи 345 евро. О том, что в этот день в хранилище находилась очень крупная сумма, знали только несколько сотрудников банка, которые работали непосредственно с наличными деньгами. Оперативники республиканского МВД и ФСБ сразу предположили, что в офисе Банка Москвы трудился сообщник преступников. Причем наверняка это был человек, который обладал конфиденциальной информацией. А это значит, что агент грабителей находился где-то рядом с хранилищем. Узнав, что за бронированными дверями скопилось около 200 миллионов рублей, связной сразу же сообщил преступникам о поступлении крупной партии денег. Это нестандартная сумма, это клиентская заявка была. Это у нас есть такой крупный клиент, который как раз заявил вывоз вот такой большой суммы, снятие наличности. И мы заказали эту сумму в Национальном банке, получили ее для них. Они должны были в этот день забрать эту сумму, но процедура оформления, вот вывоза денег, она достаточно трудоемкая, и вот они не успели и инкассаторов своих вызвать, и оформление вот это не закончили. И мы вынуждены были оставить это на ночь в кассе. Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции удивились тому, что в крупном филиале столичного банка отсутствовала надежная охрана.
Не везде работали камеры наружного наблюдения, а хранилище не было обеспечено достаточной защитой. Кроме того, оказалось, что сотрудники офиса не сообщали республиканским правоохранительным органам о том, что у них скапливаются такие крупные суммы. Когда выехали на это помещение, узнали, что здесь бывают суммы 300, там, 400 миллионов бывало рублей, и что оно вот так охраняется достаточно непрофессионально и неправильно. Это, конечно, было достаточно неприятной темой, неприятного разговора с директором филиала. Сотрудникам МВД и ФСБ удалось выяснить, что двое преступников проникли в хранилище банка через окно. Решетка их не остановила. Металлические прутья кто-то заранее подпилил. В момент нападения в помещении находились заведующая кассой Альбина Залоева и старший кассир Илона Ходова. В тот вечер женщины задержались на рабочем месте, поскольку произошел сбой в операционной системе банка, и они его устраняли. По инструкции в хранилище могла находиться только заведующая Альбина Залоева. Но оказавшись там, она не только впустила свою коллегу, но и не заперла за собой дверь, как того требовали правила безопасности. Мы тут же стали как бы работать, она мне открыла я ей шкаф, она мне называла количество денег, и я их набивала на машинке. Вот. И в какой-то момент я услышала буквально 2-3 шага. Вот. Приподняла голову вот так вот просто и увидела уже перед собой буквально, вот, наверное, на расстоянии полуметра, вот так уже был пистолет и молодой человек в маске. Высокий такой, худощавый. Он, когда подошел, нам говорил: тихо, тихо, ложитесь, тихо. И тут же он... Вот у меня такое чувство было, что он как ниндзя откуда-то сверху упал. Под дулом пистолета приказал, чтобы легли. Я легла, и он достал веревку какую-то. Потом я поняла, что это провод, и связал мне руки. Вот когда он мне вязал руки, я заметила, что он очень нервничал, потому что его самого вот так вот трясло. Трясло до того, что он даже выронил пистолет. Ну, я, почему я не знаю, я схватил этот пистолет, который он мне тут же вырвал из рук. В помещении, где хранилась крупная сумма денег, преступник проник не один. С ним был подельник. Он также был в маске и с оружием. В руках налетчиков женщина увидела огромные пустые баулы. И когда второй появился, то вот первый, он схватил Ходову и завел ее в хранилище, а меня второй... завел вот в середину вот кассы и связал мне там, опять стал связывать руки и скотчем связал мне ноги. Он мне даже еще сказал: у вас дети, спросил, у вас дети есть? Я говорю: да. Он говорит: думайте о детях, и тогда все будет нормально, только тихо. По словам заведующей кассы Альбины Залоевой, преступники орудовали в хранилище около 10 минут. Как показалось женщине, злоумышленники слишком уж хорошо ориентировались в служебных помещениях, а кроме того знали, где брать деньги и сколько их там находится. Поэтому, когда непосредственно разбой совершался, он совершался неторопливо, спокойно, выбирались 5000-ные купюры, пачки, там были другие номиналы, 50-рублевые, собрали именно кого, урожайные самые вот эти деньги. И потом уже спокойно ушли. Как вы это сделали? Надо его уважать. Надо было смотреть. Пакуйте. Пакуйте. Когда вот наступила тишина, я еще про себя где-то вот так, я помню, что про себя минут, вернее, до 15 где-то посчитала. И когда была тишина, я тогда уже как бы позвала Ходову. Я говорю: Илона, ты здесь? Она уже плачущим голосом: да, я здесь. Я говорю: они ушли? Она говорит: кажется, ушли. Вот. И я довольно-таки быстро, где-то, наверное, в течение 1-2 минут, я быстро развязала руки. Вот. Я позвонила быстро главному бухгалтеру, закричала ему в телефон, что нас ограбили. Оказалось, что преступники как пришли, так и ушли из банка через окно. Денежное хранилище находилось на втором этаже. Грабители спустились по водосточной трубе на землю, где их поджидал автомобиль. Проникли в окно и также через окно скинули эти сумки на снег, в результате чего из одной из сумок упал 1 000 000 рублей в банковской упаковке, который был обнаружен на месте проведения осмотра места происшествия. С
Сотрудники МВД и ОФСБ по республике Северная Осетия Алания сразу допросили двух очевидцев нападения – заведующую кассой Альбину Залоеву и ее коллегу кассира Илону Ходову. Сыщики предположили, что кто-то из женщин наверняка был связан с преступниками. Дело в том, что сигнализация в момент ограбления почему-то была отключена, а окно рядом с хранилищем было кем-то заранее открыто. Банки в хранилище, откуда непосредственно деньги ушли, находилась сообщница преступников. Поэтому они достаточно спокойно через окно проникли в хранилище. Ну, видимость сделали того, что идет разбой. Там даже оружие присутствовало. Поэтому особо не беспокоились, знают, что все спланировано. И что даже та тревожная сигнализация, которая если не будет задействована, это была ролью вот завербованной сотрудницы. Но как они сюда попали? Это же невозможно. Система сигнализации безотказна. Оперативники подозревали и Альбину Залоеву, и Илону Ходову. Внимательно изучили их личные дела. Выяснилось, что заведующая кассой Залоева совсем недавно пришла работать в банк и хорошо себя зарекомендовала. У нее была безупречная репутация. А вот к Илоне Ходовой присмотрелись повнимательнее. Кассир Ходова оказалась старейшим работником филиала Банка Москвы. В последние годы у нее не раз случались конфликты с начальством. Да и с коллегами женщина общаться не любила. У Илоны Ходовой была всего лишь одна лучшая подруга Марина Пухаева, тоже сотрудница Банка Москвы, только из другого отделения. Две приятельницы часто проводили вечера с их общими друзьями, юристом Тимуром Бекузаровым и Сосланом Джанаевым. Личность Тимура Бекузарова заинтересовала республиканских полицейских. Оказалось, что в своем кругу Бекузаров представлялся сотрудником спецслужб и хвастался связями в правоохранительных органах. После многочасовых допросов задержанная кассир банка Илона Ходова неожиданно попросила лиц бумаги и написала чистосердечное признание. С ее слов, организатором ограбления был близкий друг ее приятельницы Тимур Бекузаров. Предложение поступило от Бекузарова. Ну, в первый раз, когда мне Марина об этом сказала, я, конечно, подумала, что это шутка. И, ну, на уровне шутки этот разговор как бы закончился. Но когда она завела второй раз разговор об этом и сказала, что они готовятся к этому, я поняла, что это уже довольно серьезное предложение. Я сказала, что это сделать, конечно, очень тяжело, потому что у нас охрана, камеры. Мне было сказано, чтобы я за это не беспокоилась, потому что все уже готово. Что камеры как бы будут отрезаны, что это все будет сделано через окно, решетки подпилены, фонари на улице будут разбиты. И поэтому как бы все уже готово, ни за что особо переживать не надо. Сыщики выяснили, что вдохновитель ограбления, юрист Тимур Бекузаров, пообещал в случае успешной атаки на банк выплатить Илоне Ходовой гонорар 10 миллионов рублей. Однако сама обвиняемая выдвигает другую версию. Деньги, честно говоря, играли не решающую роль. В их получении я как бы очень сомневалась, зная, что у Бекузарова там какие-то долги. Ну, мне не хотелось как бы подводить свою подругу, потому что она все-таки любила его. Вот. И к тому же, это, видимо, свою роль сыграла еще обозленность на руководство банка. Зачем было тратить столько сил? Например, чтобы инсценировать взлом. Инсценировать? Пан комиссар хочет сказать, что это сделал кто-то из своих? Сразу после того, как Ходова во всем созналась, в республике началась операция по задержанию основных подозреваемых в ограблении банка. Сослана Джанаева полицейские поймали в аэропорту Владикавказа. Он собирался улететь, к счастью, похищенных денег в Москву, но не успел.
Основного же участника группировки Тимура Бекузарова бойцы спецназа обезвредили в центре города. Всего 3 дня понадобилось республиканским сотрудникам МВД и ФСБ, чтобы раскрыть самое громкое и дерзкое ограбление банка. В следственном изоляторе Тимур Бекузаров долго не отпирался и согласился сотрудничать со следствием. Он сообщил, где спрятал мешки с деньгами. Они хранились, значит, часть денег дома, часть денег у родственников, здесь, в пригороде Владикавказа, у родственниц. В ночное время, значит, следственная оперативная группа все равно снимали эти деньги. Кроме этого, значит, у организатора данного преступление было изъято большое количество оружия, автоматы, пистолеты, гранаты, значит, патроны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Значит, в первом мешке вскрытом 20 упаковок банковских, денежные купюры номиналом 5 000 рублей. На общую сумму 100 миллионов получается, так? 100 миллионов. Значит, записывали зеленого мешка, купюры. На некоторых есть даты упаковки. 25 упаковок. Купюры номиналом 1000 рублей. Дальше. Одна упаковка номиналом по 5 000 рублей. Сумма 5 миллионов. И упаковка тоже. Банковские купюры номера пачки 500 тысяч рублей. Того сколько у нас получается? 30 миллионов 500 тысяч рублей. Так получается? Да. $18 500 000 было в третьем изъятом мешке. Так получилось, что на следующий день после раскрытия громкого преступления в Северную Осетию прилетел с официальным визитом министр внутренних дел России, генерал армии Рашид Нургалиев. Руководители силовых ведомств рассказали ему, как проходило следствие. В ходе проведенных обысковых мероприятий у преступников было изъято 157 миллионов рублей, 324 тысячи евро, 515, то есть в полном объеме. И 232 329 долларов США. Евро и доллары изъяты по автомобилю. Кроме этого было изъято автомат АК-47, автомат АК-74, винтовка Мосина с прицелом оптическим. Также пистолет Наган, пистолет ПМ и порядка 1200 патронов. Также были изъяты 2 гранаты F1, гранаты РГН, электродетонатор и тротиловый шар. Целый арсенал. Так точно. Доллары и евро были выданы добровольно, но возвращены практически все денежные средства. Мало ли это много. Конечно, это очень быстро, и я хочу сказать, что наши сотрудники осетинской милиции и управления Федеральной службы безопасности работали в координации, во взаимодействии, и самое главное, оперативно это все решили. Нашей съемочной группе удалось встретиться с организатором ограбления банка Тимуром Бекузаровым. Он согласился ответить на вопросы, правда, с одним условием – попросил снимать его со спины. Вечером 28 февраля проникли в помещение банка через окно, загрузили деньги в сумки, выкинули их в окно, выпрыгнули, сели в автомашину и уехали. Назвал Бекузаров и причину, по которой он решился пойти на такое преступление. Безработица, невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, имея семью, не в состоянии ее содержать. Я пошел на это. В чем раскаиваюсь сейчас? Однако представители силовых ведомств считают иначе. Тимур Бекузаров планировал перевести в Москву свои 150 миллионов рублей, а именно столько обнаружили у него в тайниках, положить их на отдельный банковский счет, а затем отправить за границу. Оперативники не исключают, что Бекузаров и его сообщник Сослан Джанаев
участвовали в других вооруженных нападениях на коммерческие структуры и похищали деньги. Потом говорят, что толкнуло бедность или там желание помочь какому-то родственнику, такого не было. Жажда нажил. Единственное, что, конечно, организатор очень грамотно сыграл. Он говорил, у него реально есть талант манипулирования людьми. Вот даже когда я с ним беседовал, и не только я, сотрудники отмечали, что он умеет оказывать воздействие, скажем так, на неокрепшие души. Сейчас в следственном изоляторе Владикавказа находятся все основные участники громкого преступления. Юрист Тимур Бекузаров, его сообщник Сослан Жанаев, любовница главаря Марина Пухаева. Что же касается старшего кассира Илоны Ходовой, то она по решению суда под домашним арестом. Заведующая кассой Альбина Залоева, которая стала невольным свидетелем ограбления банка, вновь вернулась на службу. Но до сих пор она не может поверить в предательство своих коллег. Никогда бы не подумала, что кто-то из этих девочек... У меня не было с ними никаких дружеских отношений. Я... Натянутости отношений с Ходовой были. Но так, чтобы пойти вот на такое дело, если честно... Я была крайне удивлена, потому я не хотела в это верить. У меня были слезы. Но... Республиканские силовики вернули похищенные деньги в Владикавказский филиал Банка Москвы. Руководство этого финансового учреждения пообещало, что пересмотрит систему безопасности, а также впредь будет внимательнее относиться к подбору персонала. Таким мы увидели громкое дело об ограблении Владикавказского филиала Банка Москвы. Это был честный детектив из Северной Осетии. Выводы делать только вам.